Приветствую всех, вы как всегда на моем канале «Все о заработке в интернете». Я продолжаю свою серию видео о том, где рассказываю, в которых рассказываю о разнообразных способах заработка в интернете и каким образом это делается, с помощью каких сайтов. И сегодня видео об очередном таком способе, это тот самый, о котором я в своем новогоднем видео сказал, что он как бы застрял между такими понятиями, как заработок на простейших действиях и заработок уже на фрилансе. Потому что, в принципе, для такого заработка нужно все-таки хоть что-то делать. Но при этом эти действия довольно просты. И не занимают столько времени, как некоторый фриланс. Этот способ копирайтинг, а именно разнообразная работа с текстом. Сегодня поподробнее об этом и о сайтах. Так, начнем. Ну и, конечно же, на первом месте у меня среди таких сайтов стоит Q-Comment. Если я что-либо говорю о заработок на статьях и комментариях, сразу же вспоминается именно он. Именно с него и я начинал путь к заработку. Сайт максимально многогранный. Есть очень интересная система рангов. Только пользователь здесь регистрируется, у него нулевой ранг, ему недоступны задания на тексты, только на социальные сети. Как я уже очень часто говорил, такие биржи часто совмещают заработок на социальных сетях и на вот таких текстах. Даже заработок на социальных сетях здесь получается намного лучший, чем на отдельных сайтах, посвященных конкретно этому. Здесь намного выше цены, очень слабая проверка. А потом, с выполнением заданий, потом здесь нужно сдать так называемый экзамен, просто буквально написать отзыв без ошибок. Его проверят и присвоят первый ранг, после чего будут доступны самые простые задания на комментарии. Тексты тоже встречаются, но их крайне мало. Именно этим сайт и хорош, в том числе и для новичков, для тех, кто не особо хочет заморачиваться. Больший уклон на комментарии. Буквально сочинить за несколько минут, написать и все. Никакие тексты, статьи не требуются. Кому интересно это, кто это умеет. В основном для тех я буду показывать следующий сайт. Собственно, тут таблица рангов. Нескольким критериям, в зависимости от того, сколько работ вы выполнили и какое их качество, ранг все выше и выше. Когда он повышается, вам становятся доступны более дорогие и простые задания. Все очень просто происходит. Как я уже сказал, с нулевым рангом простые задания на соцсети. Прошу заметить, сколько их средняя оплата больше, чем на других сайтах. За лайки, за подписки в среднем 75 копеек, а зачастую и до рубля доходит. Подписка на группу ВКонтакте больше рубля. Очень мало где такие цены встречаются. Первый ранг, и уже появились какие-то определенные задания на комментарии, на форумы и так далее. Вот уже цены, дотягивающие почти до 10 рублей. В основном комментарии типа микро, мини, стандартные. Это CVS, минимум символов 150 и 300. По вторым рангам уже появляются задания на определенные сайты, например, на Яндекс.Маркет. Задание дорогое, но еще довольно сложное, потому что на Яндекс.Маркет нужно комментарии добавлять очень аккуратно, чтобы не обвинили в накрутке. Но уже это дает просто огромные заработки, 50 рублей за комментарий. А как только достигаете третьего ранга, то намного проще становится. Уже появляются отзывы в Яндекс.Картах, Google Play, Apple Store. Все задания такие же дорогие, как на Яндекс.Маркет, но модерация там намного менее серьезная. Эти задания выполняются намного проще. С четвертым рангом нам уже доступны комментарии с большим количеством символов. На пятом уже заоблачные цены до 100 рублей. Вот таким образом мы и продвигаемся. Прошу заметить, путь довольно простой. Ну и как вы понимаете, с количеством заданий нет никаких проблем. Я открыл список заданий, я на довольно высоком ранге. Вверху задания VIP, начинаются обычные. Сначала идут самые высокооплачиваемые, как у меня настроена сортировка по цене. И так потихоньку спускаемся, появляются самые разнообразные задания. Это были самые крутые, вот так вот опускаемся ниже. Появляются и другие. Как видим, даже простейших заданий, какие-то маленькие комментарии или подписки в соцсетях, даже их полно. Чем-чем даже количеством заданий этот сайт не обижает. Здесь везде ручная проверка, тут очень лояльные заказчики. Если ваш комментарий удалят по причине накрутки, это вам здесь статистику никак не испортит. И задания об отклоненные не засчитываются. Ну а с выводом денег тут вообще все идеально. Вывод на WebMoney и на Яндекс от 100 рублей. Как всегда вывожу деньги, чтобы это показать. 1000 рублей. А Яндекс... вывести. Явка делается всего лишь в течение суток, рабочие дни, а если достигаем пятого ранга, нам выведут в течение всего лишь 2 минут.
другом сайте, посвященном этому, я тоже уже не раз говорил, в основном, когда рассказывал про заработок на соцсетях. Это Advega. Устроен примерно по такому же принципу. Здесь есть задания как на большие тексты с комментариями, и на соцсети, но тут цены на соцсети даже выше. А среди заданий именно на копирайтинг упор все-таки больше на тексты, чем на комментарии, но и их тут найти можно. И стоят они здесь также дороже. Даром это биржа контента номер один. Все просто работа, поиск работы. Идеальная форма для поиска. Выбираем тип работы, и вот, пожалуйста, что тут есть. На копирайтинг, который мы сейчас рассматриваем, стандарту. Статья, обзор. И вот, корректура текста. Это такие стандартные работы над большими текстами. Соответственно, копирайтинг, рерайтинг. Вот, пожалуйста, задание на комментарии. Такие же, как и на прошлом сайте. Вот новая тема на форуме. Вот, пожалуйста, задачи на социальные сети. И вот, пожалуйста, такие комментарии и отзывы самого лучшего качества. Даже такие задания тут есть. Плюс еще какие-то SEO-услуги и так далее. Нас данная тема не совсем интересует. А все очень хорошие цены. Пожалуйста, если выбрать чисто комментарии, например. Пожалуйста, 174 заказа, отличные цены, самые разные. В любом случае, что-то мы среди этого найдем. Вот вместо комментариев выбираем тексты. Заказов еще больше, как я уже сказал, здесь хороший упор на тексты. Также обязательно что-нибудь найдем. За задание на социальные сети. Я уже не раз показывал, у них тут просто отличные цены и минимум требований. Такие комментарии и отзывы, я думаю, вы и сами догадываетесь. Как видите, отличные цены, отличные условия. Сайт действительно номер один в этом деле. И также показываю вывод денег. Он тут довольно долгий, но оно того стоит. Также вывожу 1000 рублей. Можно выводить на WebMoney, как долларовый, так и рублевый, и карту. Аттестат у WebMoney должен быть минимум формальный. На вывод 16 дней. Если начальный и более, то всего лишь трое. Так, вывожу. Подтверждаю платеж. Все, заявка принята системой. У кого прошлого сайта мало, есть также отличный сайт с названием etxt.ru. Этот сайт также больше жалует на тексты, также довольно многогранен именно в этой области. Особенно он внимательно относится к вот этому разделению. Копирайтинг, рерайтинг, перевод намного внимательнее ко всему этому относится. Есть намного цены выше, но и требования тоже. Что этот сайт я также включил в эту, так сказать, золотую тройку сайтов для заработка на текстах, более чем заслуженно. В общем, вот такой топ у меня получился. Не забывайте про лайк и подписку на канал. Обращаюсь до следующих видео.